Женщина 87 лет, концлагерь прошла. У нее на руке номер, именно номер, который ей фашисты накололи в концлагере. И там она прошла с достоинством, да? А здесь от этих фашистов она погибла. Мы можем вас отвезти на дом, вы увидите ее дом, понимаете? Дома просто не существует. И вдобавок ко всему, когда ехала дочка ее со стороны Попасной, Нацгвардия не выпускала дочку. Понимаете, я знаю по какой-то причине, полдня ее держали на блокпосту. Только для того, чтобы женщина не выехала, не смогла похоронить мать, и потом, вернувшись в Попасную, не рассказала людям о тех злодеяниях, которые делает Нацгвардия. Снаряд взорвался прямо в доме. Какого числа это было? Позавчера. Андрюха, а где снаряд? Хлопцы выкинули. Снаряд взорвался прямо в доме. Град, установка град. Откуда ты его достал? Под породи. Ну вот, получается, с той стороны. Там, где бабушку и нашли. Ее звали Надежда Михайловна. Вот меня Андрей зовут. Ты предлагал ей переехать куда-то? Предлагали, ну, старики, что знаете, нет, сами. Нет. Мы дома, все, видите, четко было. Нигде вокруг, ничего. Четко. Но она хоть целая была или? Ну, закрыта на работу. Ну, как прикрыта. Понятно. И что теперь с этим делать? Я понимаю, что устанавливаю, более счастлив. Ну ладно, ты прости нас. Да, ничего. Скажи, Золотой, почему да. Не уезжаешь? А? Куда, моя дитина? Ну куди їхати? У мене два сини тут, роблять на заводі. Вони ж не бросять, а я їх не брошу. Ну приїдемо, ну кудись ми приїдемо, у чужу хату. Платити треба, деньги, де в нас платити за що? Сусідку знала? Що сусідку знала? Ну там ми кожен вечір гуляли з нею в Колодбору. І останній вечір вона, я кажу, ну спокійної ночі. Вона як чувствувала, каже, та навряд ли вона буде спокійна. І в 11 часов, як гахнула, ми вікно бачимо, уже хати нема. Мгновенно, за секунду хати не стало. Її вчора я її, чи позавчора я її витягли від тих. І все. А ти війну пам'ятаєш? А чого ж я не пам'ятаю? Пам'ятаю. І як? А как? Сравнить можеш? Ну, як тоді було? Так. Тоді було спокійніше. Хоч я й мала була. Ну я знаю, що німець було в хату війде, унесе такий кусочок шоколадки, ткне дитині малій, ілі кусочок сахарку. От. А тепер б'ють хто свій свого, щоб боялись. Ілі я не пойму, що вони б'ють нас. Що ми їм винуваті?